Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Людмила. Сегодня была в магазине «Лента». Не все покупки я снимаю свои, но вот эту покупку, в общем, решила снять, показать. Очень выгодное предложение сейчас проходит в «Ленте». Недавно подписалась на Telegram. Не было у меня раньше этого приложения. В общем, меня нашли группа «Лента», сама меня подключила, ну, в друзья добавила, так скажем. И они там периодически выкладывают всякие предложения. Если бы я знала раньше, что у них такие, я бы обязательно загрузила бы приложение раньше. В общем, сейчас у них акция идет, включая сегодняшний день, последний день до 16 числа, 40% на сыр. В магазине 30%. А если вы покажете купон из приложения Telegram, то у вас будет 40% на весь сыр, ну, кроме 365 дней. И там есть на алкогольные напитки, по-моему, на крепкие. Потом там есть купон на 30%, по-моему. А, 10%, если чек от 3000 и так далее. Ну, там, в общем, каждый день они выкладывают что-то новенькое. Завтра начнутся новые предложения. В общем, я сыр очень люблю. Просто, ну, очень люблю сыр, поэтому сегодня в последний день побежала покупать. Практически все мои покупки были со скидкой. И, в общем, делюсь с вами. Может быть, сегодня кто-то еще успеет съездить купить сыр, кто очень любит его. Главное, не забыть показать на кассе купон, штрих-код. До этого было на птицу было. Я тоже индейкой затарилась, но я не снимала. В общем, следите за акциями. Давайте приступать. Не то, что я затянула разговор. Приятного просмотра. Так, первое. Чек я покажу вам в самом конце, уже со скидками. Так, первое, что я вот тут рядышком у меня лежит. Это город Самара, кстати, да, забыла сказать. Томаты черри на развес. Я взяла, вот вышло 180 рублей практически. Тут у нас тут полкило, 540 грамм. Вкусные, ну, конечно, не такие сладкие, как вот просто, а продаются томаты черри в упаковочках. Но тоже вкусные, для салата сойдет. Взяла два инжира, там уже выбор практически не было, вот малюсенькие малютки были, там 25 рублей, по-моему, штука была. Две штучки более-менее выбрала. Просто захотелось мне инжира, скорее всего, его больше не будет, поэтому взяла. Так, Феликс взяла кошки, 20 рублей стоит, ну, 19,90. 5 штук взяла вот таких, индейка в соусе. Так, дальше. Со скидкой была также вот такая икра, прямо в магазине есть, 110 рублей она стоит, вот такая, с копченым лососем и классическая, вот они по 110, ну по 109 там рублей они стоят. А, вот такие два вкуса. В пятницу я покупала, ну 3 дня назад я покупала, 150 они были еще. Ну тогда мне просто очень захотелось, сейчас со скидкой, поэтому взяла еще две. А там у них долгий срок хранения, нормально. Другими вкусами они там 100-120 рублей стоят. Ну, я взяла вот такие, они очень вкусные, люблю. Санта Бремера, вообще фирму очень люблю. Беру рыбу от них еще часто, красную, и селедку. Так, дальше молоко. Ну, это у меня персональное предложение, там 85 рублей, что ли, со скидкой мне было. Поэтому взяла Пармалат. Обычно беру безлактозное, но не было конкретно по моей акции. Поэтому взяла вот такое. Так оно в магазине, по-моему, 110 стоит по карте. 0,5 с витаминами. Хорошую фирму беру. 3 штуки взяла по акции. По моей персональной скидке. Так, дальше. Взяла лимонную кислоту. Здесь 80 грамм. Взяла 5 упаковок, по-моему, я взяла. 4 упаковки я взяла. Я обычно ее... В общем, ей посуду мою, так скажем. Кипячу чайник. Недавно в скороварке готовила в новой киевской. Ну, в общем, там смесь овощей. И, в общем, хоть и по времени делала, но у меня очень сильно подгорело. Я 3 дня не могла отмыть, пока не замочила лимонной кислотой. Тогда идеально все отмылось. Поэтому я решила, что лимонная кислота должна быть у меня дома. И плюс еще сейчас, по-моему, 10% идет кэшбэк от ленты, если вы добавили ее в свою любимую категорию. В общем, взяла 4 штуки, стоит 59 рублей она стоит сейчас, так-так, по акции в магазине. Ну,
По-моему, в Магните я за 49 покупала даже. Ну, Магнит рядом нет, взяла в Ленте. Так, дальше. Рядышком то, что у меня круассан. У них такая новая акция сейчас в Ленте. В общем, покупаете от 1500 чеки, и вам на следующую... В общем, вам приходит купон в приложении. Его активировать надо. Там на несколько дней он действует. Круассан бесплатно. Там определенные круассаны, определенные три вида. В этот раз, в прошлый раз я брала вишневый со скидкой. Ну, бесплатно мне был. В этот раз я взяла шоколадный попробовать. Так он стоит вот 45 рублей. Мне он вышел бесплатно. Ну, он маленький. 50 рублей, конечно, я не отдала. Ему цена максимум 20 рублей. Ну, бесплатно, конечно, взяла. Так, дальше. Сыр. Сыр я взяла очень много. Ну, вот, вот то, что рядышком показываю сначала. Моцарелла. Маленьких шариков. Я его часто беру такой. Беру, на самом деле, вот разные, те, что со скидкой. Добавляю его в салат. Добавляю обычно руку, еще какие-то смеси салатов. Шпинат. Ну, что, в общем, что есть. И вот этот сыр и томаты черри. Очень вкусно, с оливковым маслом. Мне со скидкой вышло 70 рублей. Это 40%, повторяю. Сегодня 40%. А так он в магазине 90 стоит сейчас по акции. Завтра наверняка тоже будет. Так, дальше. Мексиканская смесь. Со скидкой сегодня 30% идет до 3 штук. От 3 штук она идет 50%. Не обязательно вот этот, вот вообще любая замороженная смесь. Я взяла одну, у меня просто места в морозилке нет. Я взяла, конечно, несколько. Но нету в морозилке места, поэтому взяла одну. Отзывы о ней хорошие. Тут у нас смесь идет. Здесь, по-моему, неплохой состав. Вот. Горох, кукуруза, перец, зеленая фасоль, морковь. Фасоль, морковь. Не знаю, будем пробовать. Здесь 400 грамм. Вышло мне... Ой, что тут? Не помню, сколько стоит она. Вот смесь 4 сезона, 115 рублей. Так, дальше. Авокадо сейчас по акции идет. Авокадо. Он называется хаус, что ли. В общем, 250 рублей. Но их там мало осталось. И выбор, честно говоря, вот я не уверена, что они хорошие. Зелененькие такие. Ну, не очень хорошие. Ну, не знаю, честно. Вроде срок годности неплохой. Ну, может быть, еще полежать даже смогут. 700 грамм. Там еще какой-то вид был за 500. Я взяла вот по акции 700 грамм. Так-то срок еще нормальный у них. И, по-моему, даже не мягкие они, хорошенькие. Не знаю. Зеленые. Нажимаешь, я обычно трогаю, чтобы мягенькие были. Эти жесткие. Возможно, они еще полежат и будут вкусные. У меня обычно так бывает. Так, дальше. Лайм взяла. 3 штуки. Они стоили что-то там со скидкой были. Так, сейчас скажу. Лайм 3 штуки. 120 рублей. Взяла. Очень люблю все кисленькое такое. Поэтому взяла. Так. И остался у меня, по-моему, сыр показать вам. А, нет, еще вот. Еще. Ой. Так, хлеб чиабатта, местное производство у них, 35 рублей. Брала как-то уже, по-моему, пару раз, вкусные, мягкие. Можно. Вот состав, если кому надо, читайте. Неплохая чиабатта, мягкая. Так, дальше. Взяла, у меня персональная скидка была вот на такой салатный микс. Люблю, часто беру. Так он стоит, по-моему, 100 рублей в магазине. И лежит в холодильнике, в принципе, довольно неплохо тоже. Тут семена всякие пророщенные. Тут еще вложен соевый соус и масло оливковое, подсолнечное, по-моему. Да. Так, лук взяла, 18 рублей он стоит. Да. У меня было не особо много продуктов, поэтому я решила возьму еще лука. Ну вот, цена... Я взяла кило 200. Маленький лучок такой там был. Так, дальше сыр. Сыр, вот такой сыр. Цену покажу внизу, в конце. Недорогой. 40%, напоминаю, у меня все было по
купоном. Так, вот такой с чесноком. Я, по-моему, чесноком не брала, еще брала с зеленью. Я обычно такой сыр намазываю на лаваш тонкий, да, называется. Добавляю еще красную рыбу и заворачиваю все под пленку. И он где-то часа через два его уже можно есть. Вкусный становится, мягкий. Так. Срок годности неплохой. Недорогой он был. Так, дальше. Взяла вот такой сыр. Это с белой плесенью. Очень люблю с белой плесенью. Суприм – это моя любовь просто. Он еще бывает в синих круглых таких упаковочках. Но он дороже был, поэтому я взяла на развес. Он внутри мягкий, а снаружи такой тверденький. Если его положить в холодильник, в общем, он там затвердевает. И потом, когда вы выкладываете из холодильника, он сначала тверденький. Если хотите, чтобы можно было размазать по хлебу, то надо, чтобы он чуть-чуть полежал. Тогда вот эта серединка становится мягенькой. Очень вкусная, обожаю. Взяла несколько кусков суприма. Тем более 40% скидка. И сыр, по-моему, французский он называется. Так, тоже суприм, да. Раз, два, три, по-моему, упаковки взяла. Или две. А, да. Что, три взяла? Да, три суприма, значит, я взяла кусочка. Так, еще вот какой сыр взяла. Тоже с белой плесенью. Чиз, помню, такой уже тоже брала. Белой плесенью. Вот цена. Будет со скидкой. В чеке другая. Тоже вкусный сыр. Корочка твердая. Но тот, мне кажется, понежнее, чем этот. Так, дальше из сыров я взяла моцареллу. Такой вот сыр я еще не брала для пиццы. Состав хороший вроде как, поэтому взяла. Срок годности декабрь. 300 грамм. Так, дальше взяла вот такой сыр. Тоже очень вкусный. Я его частенько беру. У меня на него предложение иногда делают. Лента. Ну и в магазине он со скидкой бывает часто. Очень вкусный, нежный. Прям обожаю, любовь моя. Срок годности тоже неплохой. Так, дальше. Еще два сыра у меня осталось. Кавказский. Здесь 280 грамм. Раньше он был в упаковке 300 с чем-то грамм. В общем, пропал. Стал вот такой только продаваться. С меньшей разве. Похож на адыгейский, очень вкусный. Так, вот тоже ноябрь. Бывает еще у него другая упаковка. Так, и, по-моему, последний сыр у меня. Моцарелла тоже для сэндвичей. Тоже срок годности декабрь. Так, в магазине, в принципе, тоже много чего можно выбрать со скидками. Но я брала конкретно со своими. Так, всем спасибо за просмотры. А, еще вермишель. Забыла вам показать, да. Так, Барилла. Сейчас со скидками тоже идет. 75 рублей стоит. Буквально, наверное, месяц назад она стоила 70 рублей. Сейчас вот 75. Люблю тоже вот эти. Ну, разные беру. Вот это прям тоже люблю. Так, по-моему, все. Теперь все. Так, сейчас дают при покупке вот такие вот наклейки. Мне дали две. И вот такие вот наклейки, чтобы копить на тефалевские, по-моему, сковородки. А это переводилки. Наклейки-переводилки. Так, ну, показываю чек. Да. Напоминаю, это город Самара. Всем спасибо за просмотр, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и всем приятных покупок!